Кто ответит за срыв пуска тепла в самом большом районе Ярославля? Начало отопительного сезона проходило с огромными проблемами. Хотя на сегодняшний день 100% домов подключены, на внеочередном собрании Совета директоров управдома Дзержинского района действия руководителя признаны неудовлетворительными. Причинами послужили многочисленные жалобы населения, смена подрядной организации, а также большие проблемы при пуске и наладке отопительных систем. Администрация района имеет только 2% акций управдома, который обслуживает 600 из более чем 800 брагинских многоэтажек. Тем не менее, по инициативе главы района было собрано заседание. Я вынес на совет директоров вопрос о неудовлетворительной подготовке и вхождении в отопительный сезон. То есть этот вопрос мы обсудили. Вопрос на голосование не был поставлен. Значит, что касается снятия или не снятия директоров, то есть я эту ситуацию, к сожалению, комментировать не могу. В данном случае это не компетенция совета директоров. Это по уставу общества управляющей компании Дзержинского района. Это компетенция общего открытого собрания акционеров.